Привет, дети ночи, вы на канале Vampire Vlog, и сегодня для нас Jesus Nash 18 января, выпустил для нас новую песню, называется она «Вождь», и мы сегодня ее с тобой изучим, оценим, да, посмотрим внутри, что там происходит, да, сквозь пальцы заглянем, да. Наша задача послушать музыку, да, его подача флоу, обязательно здесь будет рок, это прям даже не обсуждается, но читать текст мы тоже будем, и поэтому найдем его секрет. Окей, «Вождь», поехали. Я хочу быть человеком с остальными яйцами. Я хочу вам петь и улыбаться. И искренне так знаю, чтобы сразу сердце видело по сути истину. По сути знаешь, это честно будет. Я благодарен, что я пережил и прожил. Это странно, но мне кажется, что ты потом поймешь. Что-то прям вот мне кажется, это такой какой-то остросоциальный, знаешь ли, политический трек, но да, особенно смотря на такую команду людей и солнце красное, да, стопудово, но это будет слишком просто, так что давай посмотрим с другой стороны. Песня такая легкая, такая лиричная, знаешь, как будто вот такой передых, передых на передых прислать, но давай посмотрим, что имеет в виду. Да, менталитет это все. Он такое любит писать, поэтому посмотрим на куплет 1, куплет 2. Вот, точнее, на куплет 1 бридж. Ну, имеет в виду то, что дует каждый день ровно в 10 вечера. Ну, это интересно очень, да. Даже не знаю. Ну, имеется в виду то, что это у него уже постоянное стало такое, рутина его ежедневная, да, дуть каждый день 9 вечера. Вот так, в этом вся его жизнь. Да, жизнь грешна, я хочу исправиться. Ну, жизнь грешна имеется в виду, что он сделал очень много ошибок, да, каких-то таких, которые общество порицает, и он хочет исправиться, да. Хочет быть человек с остальными яйцами, имеется в виду. Знаешь, здесь больше типа я ощущаю себя, наоборот, таким маленьким, неуверенным в себе, да, я чувствую, что мои вот эти ошибки тянут меня вниз, я в них утопаю, не могу в них, и хочу как бы исправиться, хочу стать сильнее благодаря им, да, либо просто их забыть, да, смотря что он имеет в виду, да, хочу вам петь и улыбаться искренне, да, то есть искренне, улыбаться искренне имеется в виду, что сейчас как бы я не искренне улыбаюсь, да, мне еще не... Тут два варианта, да, либо я улыбаюсь в натяг, да, потому что я должен улыбаться, потому что люди должны видеть, какой я милый и прекрасный, это один вариант. И второй вариант, я хочу улыбаться искренне, здесь я хочу именно петь и понимая, что моя жизнь такая, какой я хочу ее видеть, да, с теми людьми, с кем я хочу ее вести, да, и я такой, каким я хочу себя, с каким я хочу быть по жизни, да, либо это, либо то, да, ну, скорее всего, второе, я думаю, да, ты тоже, наверное, так же считаешь. Так, знаешь, чтобы сразу сердце видело, чтобы сразу сердце видело, ну, да, искренность, то есть, как бы, когда мы видим какие-то эмоции, да, и прям сразу ощущаем их, да, какими-то своими зеркальными нейронами, да, когда человек плачет, да, ты прям ощущаешь какой-то прям, ух, когда человек радостно, да, прям тебе прям такой, ух, вау-вау. Это за счет вот этих зеркальных нейронов, которые тебе уже рассказывала в какой-то другой серии, но не суть, да. По сути, есть он, по сути, знаешь, что если честно будет, я благодарен, что я пережил и прожил. По сути, есть он, по сути, знаешь, что это честно будет. Есть он, это кто? Либо есть он, это Бог, либо есть он, это
Бог. Мне кажется, это одно из одного. Я благодаря, что я пережил и прожил, это странно, но мне кажется, что ты поймешь. Ты потом поймешь. Ну, ты потом поймешь, имеется в виду, что как бы я за счет вот этого стресса, за счет вот этих вот жизненных перипетий понял, что, ну, как бы эти жизненные трудности очистили мой разум от всего бренного, от всего неважного, ненужного, да, и я, и благодаря этому я осознал, что важно, да, потому что, как бы, очищено все, да, и ты потом, пройдя через вот эти вот перипетии жизни свои, которые у него свои, у тебя свои, ты тоже поймешь, что ты благодарен всем вот этим вот трудностям, которые в итоге тебе почистили мозги, и ты понял, что ты на самом деле хочешь, да, вот в этом. Но меня смущает вопрос, это странно. Это странно, но мне кажется, что ты потом поймешь. Вот это странно, потому что непонятно, почему странно, да? Это странно, но мне кажется, что ты потом поймешь. Странно, что мне кажется, или странно, что ты потом поймешь? Вот это вот интересный расклад, ты мне напиши, что ты об этом думаешь. Хотела бы им помочь, но понял, что менталитет. Ну, вот это просто, ну, он острый социалист. Мы об этом уже знаем, даже рассказывать не буду. В одну вечер, в одну ночь, как ты смог себе помочь? Ну, вот имеется в виду, помочь, поменять жизнь можно в один момент, и как ты с этим, как ты поступил, да, как ты этот свой момент растратил, да, такого типа. Посмотри в глаза, посмотри в мои глаза, ты и я, по сути, вождь. Еще и мат. Остросоциальная тематика, знаешь ли, вот прям, либо нет, да, ты мне напиши, что ты думаешь, по большей части, почему он называется именно вождь, да, и что имел в виду он в куплете 2, как бы куплет 1, он еще вполне читабельный для меня, а второй все, я поплыла, так что мне нужна твоя помощь. Вот так вот, если тебе понравилась моя реакция, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши в комментариях, что ты думаешь об этой песне, что ты знаешь о втором куплете загадочном, и до новых встреч, пока-пока. Привет, дети ночи, вы на канале Vampire Vlog, и сегодня мы с тобой посмотрим немножечко Джизуса. Я тебе сразу скажу, что я готовлюсь к его прослушиванию его альбомов, да, но пока альбомы в процессе записывания, прослушивания, изучения, да, мы посмотрим с тобой сегодня два клипа, это «Мама России» и «Ты ничего не поняла», да, здесь «Мама России», я подозреваю, остросоциальная песня, да, а вторая больше панк-рок, да, так что мы сегодня посмотрим, изучим все и все обследуем, да, и поехали. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, мы с вами на пороге уже третьего десятилетия 21 века. Мы живем в бурное, противоречивое время. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Мама, мама, Россия, не ругайся на сына. Читать книжки, рассказы для взрослых. Jesus, Jesus, Jesus.
Да, как я тебе уже говорила, такой остросоциальный клип и остросоциальные песни. Конечно, ты понимаешь все и лучше меня, и ты понимаешь все, о чем он поет, как бы здесь даже не поспоришь, да, но давай поговорим про что? Знаешь, остросоциальные темы, они поэтому и острые социальные, как бы их видно, да, но часто непонятно, что с ними делать, да. И, конечно, знаешь, вот есть такая фишка, чем сложнее проблема, тем больше, так сказать, сил и людей она требует, чтобы эту проблему разрешить, да. То есть, как бы, вот даже, знаешь, вот ты даже вспомнила случайно, документ типа, вот, как бы, да, в России, там, например, можно бизнес свой построить, там, да, там, учителям, врачам платят плохо, но ты можешь, там, не знаю, взять, открыть свою клинику, свою школу и прекрасно жить, да, ты знаешь, чьи это слова, но, да, здесь, как бы, кажется, что да, но, смотри, как интересно, представь себе, все врачи начнут открывать платные клиники, государственных врачей вообще не будет, это как? Да, как бы наоборот, нужно, чтобы, например, из США, да, там платные клиники конкурируют с государственными на одном уровне, да, это один раз, да, так сказать. Уже как бы вот эта вот тема про бизнес, она не работает, да, всегда нужны врачи, учителя, там, бюджетники, такие социальные профессии, которые часть вот этой вот государственной бесплатной поддержки, да, гражданам. И, во-первых, каждый человек рождается со своим набором энергии, да, так сказать. Вот мозг тупо, вот у него есть энергия, он меньше не сделает в жизни и больше не сделает, да. А не каждый человек может, в принципе, бизнес открыть, да. Вот хотя нам все говорят вот эти вот бизнес-тренера, бизнес вот эти вот коучи, что типа, ой, каждый может, знаешь, и бабка старая, и чуть ли там есть тебе 12 исполнилось. Не у всех, да, это надо... дикое количество энергии, надо просто всю жизнь вложить в это, да, но не каждый готов в это, и не каждому надо, да, и поэтому про бизнес вот эта вот тема, которая сейчас очень много где пытается продвинуть, типа, она не работает, да, и, конечно же, здесь проблемы очень много, ты сам понимаешь, как бы, который Джесс поет, они сложные, да, и нужно, прям, знаешь, вот, я смотрела очень часто шоу, то есть американское шоу, там тоже как бы проблем в Америке, допустим, много, но там вот именно даже не актер, а ведущий, он рассказывает о том, что важно именно объединяться в определенной комьюнити, команды, да, то есть, как сказать, чтобы решать все эти проблемы. То есть один человек тупо, став лучше, не сможет все это исправить, надо прям полностью объединяться, да, ну ты как бы и так без меня это знаешь. Вот такие вот остросоциальные темы, да, они острые и социальные. Давай посмотрим следующий текст, следующий клип, называется «Ты ничего не поняла». Посмотрим. Панк-рок. Эту песню мы знаем, мы ее смотрели уже. Веселый панк. Вечно панки позитивные, веселые. Ничего не поняла, ничего не поняла. Почему в тебя влюбился, почему в тебя влюбился, ты меня не поняла. Ты ничего не поняла, ничего не поняла. Ты ничего не поняла, ты чё такая глупая, может быть ты пьяная. Ты ничего не поняла, и не в твои глаза. Догадаю, дай угадаю. Типа, иди работай. Лентяй. Давай дальше. Песню шоса. Почему в тебя влюбился? Потому что ты красивая, как старшая сестра. Ты ничего не поняла. Ничего не поняла. Ты красивая, как зима. Я тебя поцеловал. Я тебя поцеловал. Ничего не поняла, ничего не поняла, ничего не поняла. Почему в тебя влюбился, почему в тебя влюбился, ты меня не поняла.
Хорошо. Можно отдавать. Фига. Вот это триллер. А как так произошло? Это зеркало, блядь. Офигеть. Бля, пацаны, слава богу, мы не услышали. Понятно. А как это вообще? Я даже не заметил, как это получилось. Я прям головой встал. Ты красиво, как зима, и тебя. Нормально. Едем дальше. Фигня была. Подумаешь, перевернулись. Интересно, интересно. Знаешь, вот здесь как бы здесь был бы... что это такое? Это не просто джет. Это был бы обычный клип, значит, в стиле панк, да, где чуваки, которые работают автослесарями, просто берут раскрашивают машину и едут по Сэнди Ланду, что им пофиг, они панки. И вообще, панки это бунт, да. Но здесь появился такой интересный кадр с девушкой, которая ругается, говорит, типа, бросает газету или, например, в газете, так сказать, когда ищешь работу, ты пытаешься, ты что-то обводишь, так сказать, таким красным карандашом или ручкой, чем-нибудь угодно, да, то есть ты собираешься туда тебе пойти. Но суть потому, что он сидел с гитарой, и она пришла вот такая вот злая, да, естественно, он особо работать не шел. Знаешь, вот очень часто такие моменты в рок-песнях, в рок-клипах, да, метал-клипах, где вот есть такой парень, музыкант, да, и у него такая дилемма, да, девушка, которая хочет, чтобы он проводил с ней больше времени, либо его музыка, да, и девушка там, например, либо я, либо музыка, да, и в итоге он грустный уходит делать музыку, смотрит в закат, вспоминает ее, и он понимает, что они могут, они быть вместе, и вообще он не может поделить вот эту свою любовь с другим человеком, потому что вся эта любовь принадлежит музыке, да, вот такие клипы очень много, их просто, знаешь, даже бывает такое, что как на конвейере выезжают, потому что, знаешь, такие очень отражающие душу вокалистов, бывает часто, я такое видел, но опять же здесь такой панк-рок, я удивляюсь, почему панки такие все веселые, я всегда задаю себе этот вопрос, не могу на него найти ответ, потому что, ну, нет ответа, вот просто так пошло, знаешь ли. Пьют. Потому что они пьют, знаешь, вот Эмма в России грустная сильно, чуть ли не суицидальная, год, и все мрачные, как черти, а панки пьют, им весело, вообще пофиг. Ты знаешь, то, что мы у Джисса, например, у него... Ну, допустим, да, раздвоение личности по его альбому «Психоневрологические расстройства», да, то одна из его личностей, да, даже расстроение, это панк, с которым я все время воюю, да, например, в песне, в «Татьяна Рок» песня я воевала, в «Эши» воевали прям очень сильно, и вот когда мы будем прослушать альбом «Ногу с этой страной», «Нога в ногу вот с этой страной», тогда я надеюсь там не воевать с ним, да, но все-таки я буду готова. Да, опять же, вот такие вот интересные клипы, да, Джис уже не раз себя выдавал, так сказать, таких остросоциальных моментов, но, опять же, да, подумай, давай найдем что-то хорошее в российских людях, да, вот часто вот на российских людей, говоришь, типа, вот, терпилы такие все, ля-ля-ля, тополя, давай
все-таки, вот, когда мы говорим фразу, типа, русские люди терпила, ну, мы тоже русские люди, как бы, знаешь, мы типа про себя говорим, да, и это, конечно, стоит разграничивать, да, давай найдем что-то хорошее и доброе. Русский язык, я с лингвистики начну, она мне ближе. Русский язык, он считается одним из сложнейших языков в мире, да, китайский там своими, именно, я имею в виду, это разные интонации, но... Отчего, что это имеется в виду, русский язык сложнейший в мире? Это значит, что он богатый, да, например, вот в русском языке, вот я помню, в английском языке вот big eyes, little eyes, да, большие глаза, а маленькие глаза, а в русском языке глазенки, глазищи, глазури, глазумяры, вообще просто много всего можно придумать, насочинять, да, таким образом. Уже русский человек, вот ты родился в России, ты уже более... богатой речью обладаешь и более богатым воображением, да, то есть как бы у тебя уже, так сказать, внутренне больше потенциал создать что-то такое уникальное и интересное, да, вот так сказать, потенциал внутренний, да. Русская литература почему такая сложная, да, там прям такая вот прям сидеть и рассмотреться. Вообще считается для мозга, чем сложнее текст, тем мозг сильнее работает, да, тем он становится умнее, да, особенно если ты вот читаешь, пытаешься анализировать, даже бывают некоторые профессора крутые, вот, ну, как бы век интернета, нам бы что попроще, покороче, много букв нет, да, и мозг начинает уставать, там, забивать, жирком заплывать, да, так сказать, да. Это считается плохо, деградация такого, грубо говоря, да, а читая сложные текста, выникая вот эти много букв, ты тренируешься, так сказать, и создаешь себе новые нейроны в голове, да, новые нейроны – это очень прекрасная вещь, она создает тебе более счастливую жизнь и более прекрасную старость, тебе не обязательно, так сказать, быть старым и сумасшедшим лет в 60, да, ты можешь тренировать свой мозг. Вот я, например, лично видела 90-летних старичков, которые могли даже урок провести. И лекции прочитать, да, вполне, ну, у них, конечно, были свои проблемы, но реально, то есть, как бы, тренируя мозг, они свою старость, свою молодость, так сказать, удлиняли, да, вот, все-таки, и вот менталитет, который все ругает, всегда есть и негативная сторона, и позитивная, все-таки позитивная сторона, то, что русский человек, он больше потенциал, больше такое, да, почему у нас страна такая большая, да, что-то в этом есть, так что... Есть обязательно остросоциальные проблемы, которых никуда не уйдешь, которые надо решать, и причем решать не за одну секунду, а вкладывать в это много лет душу всю, знаешь, иногда целую жизнь, но не забывать ради чего, да, ради вот этого вот великого будущего, языка, ради человека, обладающего большим творческим потенциалом. Я надеюсь, тебя вдохновила моя речь. Так что вот так вот. Если тебе понравилась моя реакция, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши в комментариях, что ты думаешь об этом клипе, об этих песнях. И до новых встреч. Пока-пока.